Подозреваемые хотят оспорить их заключение под арест, а именно два руководителя Оренпарка Александр Плинин и Тимур Шагенов, а также глава общества с ограниченной ответственностью «Винтаж» Сергей Таран. В областном суде уже приступили к повторному рассмотрению их дел. Наша съемочная группа работает на месте. Все подробности в ближайших выпусках новостей. Напомним, ЧП с обрушением цепочной карусели произошло 6 мая в областном центре. В развлекательном парке аттракцион упал во время движения вместе с людьми. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили 20 человек, среди которых были дети. Большую часть пострадавших в тот день госпитализировали. После инцидента возбудили два уголовных дела по статьям оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатность. В ходе расследования выяснилось, разрешение на работу карусели от курирующих органов руководство Оренпарка не получило. Аттракционы запустили в работу самовольно. Исходя из вышеперечисленных деталей, Дзержинский суд Оренбурга решил, что фигуранты дела пробудут в СИЗО до 7 июля.